В пятницу утром в Саранске случилась очередная коммунальная авария. Правда, в этот раз прорвало трубы слива канализации и водоотведения. Как сообщили в городской администрации, на место приехали сразу 4 аварийных бригады. На ликвидацию прорыва бригады потратили несколько часов, однако на месте происшествия образовалась огромная лужа. Сотрудники автоинспекции как могли организовали движение, но тем не менее, вот за моей спиной вы можете видеть, что движение сильно затруднено. Как нам удалось выяснить, сети принадлежат Саранскгорводоканалу. Именно их бригады сейчас работают на месте. И прямо сейчас они заняты тем, что оценивают ущерб от происшествия. Юлия Прунова, Андрей Просвиркин. Наши новости.